шедевра управления пейзажа. И дальше возникает такая дискуссия в хорошем смысле слова, да, потому что есть запрос на какую-то другую картину, и даже нет, мы не можем ее предоставить, потому что или она не может поехать, или она предоставлена на другую выставку в это время, тоже бывает такое даже падение. И вот можем, например, эта картина, она была реставрирована у нас в 2019 году, она была выставлена на отдельной выставке, тоже как и здесь, потом она попала на постоянную экспозицию, но как представление реставрации, как представление шедевра, как представление так складываются обстоятельства и решения, которые позволяют это привести, и мы очень рады такой возможности. Поклонение волков находится сейчас в экспозиции, просто пока что мы не стоит вопрос такой вот ближайшей реставрации, но я думаю, что постепенно мы найдем, потому что у нас есть еще такая большая, примерно такого же размера ярмарка с театральным представлением, и они сейчас висят рядом. И она не реставрирована, и они как бы так сочетаются, потому что она такая желтая-желтая, и я думаю, что сначала мы займемся идеей, но у нас сейчас вообще в процессе несколько более ранних картин нидерландских, две картины Пробуста, картины Босерта, Мадонна с младенцем, и Мадонна в Ославе. Мадонна в Ославе была на экспозиции, а Мадонна с младенцем были в фондах. И мы надеемся, что за ним сейчас просто в работе находится реставратора. Я надеюсь, что через какое-то время, наверное, через года полтора-два они будут закончены. Мы их представим, а потом, может быть, вообще у нас есть идея экспозиции нидерландской живописи в пейзаже, перемещение на третий этаж, вот где французские картины, там всякие сложности есть свои, поэтому не знаю, как получится, если не получится, и там будет расширенная экспозиция в Ливане. Я правильно понимаю, что после выставки Мишковского квартира картина при том, что у нас сейчас как бы из-за пандемии, из-за маршрутов, даже нидерландские экспозиции закрыты для посещения, но картину мы перед отправкой в Венгрию, да, она висела в зале нидерландской экспозиции. Скажите, а вот в наше непростое время введение QR-кодов, открытие вот таких новых картин будет являться каким-то стимулом для большего посещения музеев? Ну, я не знаю, на вопрос не очень ко мне, но любое событие в музее, я думаю, что притягивает публику. Но на самом деле нас очень много за это время сейчас каких-то онлайн событий, выставок, презентаций, и мы старались как-то, потому что у нас недавно, как везде, да, вообще закрыты вначале, и мы делали огромное количество экскурсий в Инстаграме, в Фейсбуке, небольших роликов снималось, просто чтобы как-то... И сейчас, когда в Екатеринбурге QR-коды ввели, а в Петербурге еще процессы только не входят. То есть я как раз когда выезжал из Петербурга, там было какое-то обновление, изменение, и, наверное, в ближайшие, так сказать, несколько пару недель, я думаю, также введены эти QR-коды, как и здесь, скорее, не знаю. Потому что пока что в Эрмитаж можно попасть было спокойно. Хотя, по-моему, уже ужесточение.